Приветствую всех, дорогие подписчики, зрители. Очередной стрим у нас сегодня, конечно же, по GTA 4. И может быть, он даже не очередной, а последний. Но это не точно. Сразу предупреждаю для тех, особенно кто смотрит в записи, да. Не, ну если вы смотрите в записи, скорее всего, там уже название, я уберу надпись «Финал», знак вопроса. Там будет просто, ну, 19-й стрим и все. Если сегодня мы не успеем, то следующий стрим будет финальный, 20-й, будет просто стрим. Я не помню, в 19-м году мы ведь тоже где-то так же проходили. То есть было либо 19, либо 20 стримов. Это 100%. Я вот не помню, сколько точно. Но либо 19, либо 20. Так что вот. Будем пытаться сегодня. Осталось 5 миссий, но последняя, 5-я миссия... Там Димка Раскалов. И там очень жестко будет. Поэтому не факт, что мы... Блин, там полстрима только с Димкой надо воевать. Поэтому тянуть время не будем. Прямо сейчас быстренько запускаем. И будем проходить последние 5 миссий. Итак, ну сначала поприветствую. Так, звук, да, проверим. Тянуть время не будем. У меня что ли убавлено? Да, проходить последние 5. Да. Так, Тимофей, Разил Продакшн. Чувачок на бэйхе, Юр Мастеров, быстро я сегодня, да? Я сегодня пришел, вовремя, что ли, пришел? Никого нет в чате. Приветствую. Ну, ничего, я думаю, сейчас все равно подойдут уже люди. Так, давайте что сделаем? Свернем вот это и запускаем. И запускаем GTA 4. Так, где она? Два ярлыка. Блин, надеюсь, это последний раз, когда я запускаю вот этот ярлык. То есть с прохождением. Потом останется только Ghost Town. Так, Санекс приветствуем, Шуляк тоже приветствуем. Четырка норм. Так, все, запускаем. 5. Кирилл, приветствуем. Я надеюсь, я хочу, чтобы мы прошли все. Ну, мне реально как бы уже устал я от этой GTA-шки 4 прямо. В смысле, от прохождения я устал уже прям все. Ну, реально надоело она. Поэтому... Я хочу сегодня закончить. Но посмотрим. Если прям совсем там долго будет длиться, это... Ой, ладно. Тогда будет 20-й стрим. Да. Но он уж 100% будет последний. Даже не обсуждается. Если он будет, да. Так. Вичайлдли. Приветствуем. GTA-шку 3 за 2 часа прошел. Поздравляю. Поздравляю. Что еще сказать? Эта игра запускается, если что. Да. Надеюсь, последний раз я вижу эту надпись. Не, ну ладно, эту надпись я еще полно раз увижу, если мы будем делать ТТ-шки на заказ, да, в GTA 4, то она в любом случае будет еще не раз. Но вот эту заставку, конкретно вот эту, я надеюсь, что я вижу сегодня уже все в последний раз. Хватит, я реально уже просто все надоело. Так, Станислав, приветствуем. GTA 5 будет проходить. Ну вот GTA 5, это хорошо. Это хорошо. Как день-то прошел? Да норм. Нормальный день сегодня был. Погода хорошая и не жарко, вообще замечательно. Нормальный день. Спасибо, остальные. Спасибо. Итак, вот он. Мистер Нико Беллик. Стоит, в общем-то, такой. И вот, включаем мы статистику и смотрим, что выполнено заданий 83. Это значит, осталось 5. Все, малыш Джейкоб поставил мне дизлайк, но он идет нахрен, конечно же. А мы продолжаем идти куда-то. Мы выходим на улицу для того, чтобы полететь. У нас, короче, Г. Г это кто? Забыл Г. Это как его там? Блин, Г это Гамбетти, ё-моё, опять первый город лететь. А это кто такой? А, это Джерри. Нет, Джерри мы не поедем, эти Макрири меня заколебали. Поэтому едем, короче, вот к этому Гамбину. Ой, Гамбетти. Все. И что-то там будет сейчас. Ну как едем? Мы, конечно, не едем. Так, сейчас она... Сейчас мы сделаем, да, день. Сразу включим нормальный. Мы не будем играть в ужасную эту атмосферу. Нахрен нам нужно. Она не станет супер крутая. Ромашка звонит. Ну-ка. Hey, man, it's me.
Ой, я тебя скипнул. А, да иди нахрен. Ну, в библиотеку, да, в другой раз сходим. Сейчас некогда. В библиотеку в следующий раз, сейчас просто некогда. В библиотеку Роман позвонил, предложил в библиотеку сходить. Но я это, блин, мне сейчас просто некогда. Так, оранжака возьмем. Так, Тимофей, спасибо, да. О, Иван, приветствуем. Только не идет играть в баскетбол и не танцует хип-хоп. Ну, да, да, Иван, да. Что, тут да, такое, есть такое дело. Так, Рок-Апокалипс, приветствуем. Так. Ну как, мы, конечно, на оранжаке, но мы не поедем. Мы, естественно, будем сокращать свое время, потому что нам сегодня очень много нужно. Дмитрий звонит. Вспомни, как говорится. Так. Нико Беллик. Это я. Что блэкмейлинг моих друзей, Дмитрий? You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contract. We can work together. I will cut you in, Nico. Ага, да, так я тебе и поверил. It's not one I'll repeat. Goodbye. Goodbye. Да, короче, Димасик позвонил и решил это помириться со мной. Но нет, Димасик, вот видишь, Ник, вот это жестко на тебя закусился. Все, теперь. Так, мы опять к этому приехали, короче, ну, к мужичонку, который там валяется в этом в больнице, поэтому идем туда. Так, горячий картофель, приветствуем. Я надеюсь, да, Лангуст, приветствуем, что будет финал. Но не факт. Книжки перечитывай, пересчитывай. Да, Дэв Мол, согласен, согласен. Мэр будет здесь на минуту, и у меня есть 2 сенатора, которые later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now did you hear what I said? Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! Unbelievable. And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible! Иваном Грозным, да. Ивана Грозного вспомнили. Саша Кав, приветствуем. National. Normally I don't care about cocaine. Keeps controllable people in power. But this is no good. All right, what's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything, whatever it takes. And for me? For you. I've got a real gift for you. Get this done, then we'll talk. Ой. Короче, я так понимаю, сейчас какой-то очень жесткий замес будет, потому что когда в брифинге присутствуют слова «любыми средствами уничтожь что-то», это значит, что тебе конец, молодой человек. Поэтому готовься нафиг. Будет жесткий замес. Ладно, едем. Так, куда едем? Точнее, мы, наверное, все-таки... Нет, давай все-таки поедем, да? В миссиях давай будем ехать. Да? Потому что могли бы, конечно, лететь сейчас, но это уже будет как-то ну, совсем прям... Наглость прям чистой воды. Хотя можно было бы, конечно. Ну ладно, тут пока чистенько дорога, можно ехать. Да, только сказал, и все, и сразу трафик перед тобой. Лишь бы никто не перестраивался. Без поворотников. И очень внезапно и резко. Один фиг я сейчас впилюсь куда-то, наверное. Ну вот мразь, на RX-300. Но тут тварь просто рожденная вообще. Сразу видно. Он еще и дверь открывает просто оба. Обе двери. Зараза. Так, Наид, приветствуем. Бласти, приветствуем. Кузов хорошего Дэмин Спорт не очень. В плане Куза больше всего нравится. Вы виноваты. Я отвлекся. Все, блин. Отвлекся на чат и все, и из-за этого копов поймал. Ой, блин, я еще избил копа. Все, теперь до свидания. Меня тебя просто так не отпустят. Блин, а что трафик как много стало? Прям чересчур трафика до хрена. Что творят там на этих, на пикапах, мужики?
Все, отвалите. Две звезды, это не так уж и много. Отстаньте от меня, ПЖ. Ну, рейнджачочек, да, такой истреленный уже есть. Покромсали, парни. Все, оторвался. Это я умею уже. Так, пирожков-то ждем. Ну, блин, пирожки-то... Пирожки когда-нибудь будут. Блин, чего как дофига трафик стало? Что, надо в настройки убавлять опять идти? Я не хочу. У меня, наверное, сотка выкручена. Дай проверю, просто ради прикола. Ну да, 92. Да не врезайся ты в ссаных копов только. Всех собрал. Всех собрал. Там вообще, конечно, бы можно было взять какую-нибудь попароворнее тачку, типа кабриолетик, какую-нибудь купешечку. Ну ладно, будем надеяться, что это ранджак в порядке. Дверь открыла. Ну да, да. Так. Сейчас какой-то лютый замес его будет, 100%. Не, надо трафик убавить. Мне просто ездить невозможно. Просто невозможно будет ездить, если я с таким трафиком буду. Я потом, когда КТДшку на заказ буду пилить, я, если что, там это, вернулся. Вернулся как было. Вот. Нам просто пройти игру и все, и забыть. Тоже ранджак стоит. Что-то припоминаю. И, по-моему, потом еще гнаться надо будет за кем-то. То есть не просто так. О, там еще и снайпер, похоже. О, ясно. Снайпер, да? Снайпер, хорошо. Ну ничего. Ну, как говорится, ничего страшного, ладно. Где наша не пропадала. Прокните на закрытую, уничтожьте фургоны. Давайте начнем сначала со снайперов. Почему я листаю вместо оружия, я листаю вообще второй монитор? Алло, иди сюда, вернись. Так, вот так, оставься. Так, Фамчик, приветствуем. Сергей, приветствуем тоже. КДД не было. КДДшки на заказ на втором канале уже три штуки вышло, новые, свежие. Недавно с тренировки, и тут Фролов стримит финал GTA 4. С кайфом вечерком стрим Фролова смотрю. Бластин, ну да, удачного просмотра. Я надеюсь, что сегодня мы закончим. Я искренне на это надеюсь. Но вот смотри, пока вот еще, пока вот не факт. Блин, да опять не так. Че вот у этой GTA 4 есть такая особенность? Да не только у нее, ладно. Не будем переживать. Короче, сначала снайперов, потому что я мог бы, в принципе, вломиться на ранджаке и все. Ой, мне показалось, меня уже запалили. Мог бы вломиться на ранджаке и все такое, но, может, я не буду это делать. А, она без глушителя, блин, она без глушителя! Ну, теперь все, тогда уже... Блин, у меня дымится. То есть мне ранджак нужен был только для этого, чтобы вы понимали. Where you go? Куда я иду? Взрывать фургоны, ваши мужики. Все очень просто. Так, мне оружие, кстати, надо. У меня нет оружия. Давай купим себе по-быстрому оружие. Точнее, не купим, а зайдем это. Зашли, короче, взяли в этом, в багажнике. Таксист, ты что там, пьяный, что ли? Так, где оружие-то у меня? А, забыл, где оружие, вот оно. AK-47 в руках и пойдем. Да ты что такое-то, блин, ни хрена застрял там вот отбойник этот. Ай. Ой, акробат не могу, а. Мамкин акробат. Давно меня не было на стримах, но КТД смотрел. Макс Шут, это тоже приветствуем. Так, Сергей, КДД тоже смотрел, да? Хорошо.
Спасибо, Сергей. Вам еще за донат. Ну, ничего страшного. Вот. Я, в принципе, никуда не делся. Зайдете, если что, можете пересмотреть, если интересно там что-то. Вот. Нет, это не читы, это тренер. Тренер это не читы. Цитаты. Маги в них, да. Днем рождения, Фамчик. Всего вам хорошего, здоровья в первую очередь. Вот. Мешок денег обязательно. Вот. Всех благ нам. Так, слушай, если я сейчас близко подойду, они, короче, меня запалят, фургоны начнут куда-то текать в городе. И это будет не очень-то хорошо. Поэтому есть такое предложение взорвать их как-то. Как-то просто взорвать фургоны. Да ладно! Чё, ты от гранатомета не взорвался? Ты шутишь, что ли? Ни хрена, мужик, ты копченый. Жестко. Копченый мужик, представляешь? Вот это да. Охраняйте фургоны. В смысле? Мне же уничтожить их надо. Мне же сказали уничтожить их. Вы видите, там написано охранять. Защищайте груз, реально. А, это они орут, защищайте. Я думал, это мне, типа, игра подсказывает, защищайте груз. Fuck you, согласен. Fuck you, stupid piece of shit. Так. Мы не можем потерять кокаин, он орёт. Вот он поехал, смотри, он поехал. Нет, он не поехал, точнее. Вам показалось. Вам, конечно же, показалось, ребят. Так, ты кто там, дядь? Идешь нахрен. Так. Симулятор строителей будет обязательно. Я думаю, что в субботу в это будет. Нет, GTA 4 онлайн была, но... Там такая параша, что в нее никто не играл, короче. Но он был, мультиплеер был. Он назывался просто мультиплеер. А, вот это фургон-то, да? Да не ори ты, дядь. Блин, последний патрон в гранатомете, как раз. Хорош. Первое. Первое. Первая за сегодня миссия. I have put your competitors out of business. You've given a dying man a few minutes of happiness, Nico. I'm pleased to be helping you out with this thing you need. We'll speak again when Darko Brevic. Darko Brevic какой-то. Непонятно, кто такой Darko Brevic. Я, если честно, не помню. Так. Давай брони себе сделаем, потому что броня у нас как бы кончилась. Вот мы сейчас из багажника броню, короче, достанем, и все хорошо будет. Так, все, достали броню, замечательно. Теперь, едем, у нас все, у нас осталась последняя отметка. ДМ. Это, короче, Джерри Макрири. Мы, походу, что-то там с тюрягой будет связано сейчас. Ну ладно, погнали. Не знаю, что именно там будет, но что-то будет, 100%. Он же в тюряге сидит, да, он в тюряге сидит. Все верно. Я тебе врежусь нахрен на хаммере своем. Так, ну-ка. Я прям на оранжаке в тюрягу. Ой, Diamonds a girl's best friend. Бриллиант. Лучшие друзья девушек бриллианты. Тут написано. Все. Hey. Да, ящики. Не доскал, хорошо. Good news is, everything's coming together. Bad news, ain't gonna make a blind bit of difference to me. What do you mean? Do you want me to spell it out? No, I guess not. Thanks. Pack, you'll give you a call and explain.
Ой, опять этот Паки. Опять этот Паки, а? В миссии. Да, конечно, в пятой GTA-шке больше миссии нравится. Мне в GTA-шке 4 вообще не нравится. Как бы, надо с этого начать. А GTA-шка 5 в этом вообще идеально. Я когда в 15 году прошел GTA-шку 5 впервые, у меня чуть-чуть слезы не потекли из глаз. Град заставил такие эмоции выдать. А это у меня желание просто закончить побыстрее, и все. Просто, чтобы она была на канале пройдена. Вот из-за этого. Да подожди, я хочу себе день. Днем играть я хочу. Ну ладно, базарь. Да-да-да-да-да, хорошо. Еду, сейчас еду, все. We should throw her a goodbye party. That's the plan. Hopefully someone might bring a big present for us to this shindig as well. Maybe a big bag of diamonds. Вторую миссию уже сейчас будем выполнять за сегодня. Блин, 20 минут, да, потратили? Ну, а что поделаешь? Так, куда? Не, все, летим. Не будем тратить время, летим. Это скучные поездки, здесь делать нечего. Все, летим, короче. Нам сегодня пройти надо игру. Я хочу пройти игру сегодня. Закончить. Поэтому просто не тратим время. Это обыкновенные скучные поездки. Поэтому переходим сразу к делу, непосредственно. Вот и все. Ну да, на поезд приземлись, замечательно будет. А, то есть мы на этом говне поедем? Ну ладно. Корпус взял за 6 косарей со стеклом. Понятно, Сергей. Ну, я, конечно, бы корпус не стал брать, потому что у меня комп все равно стоит вон там. Я его даже не вижу перед собой. Но если, допустим, он у вас на столе стоит, ну да, можно взять так. Полюбоваться. Но у меня он все равно задвинут, я его не вижу. Поздравляю, Сергей. Так. На столе. Ну вот это да, это еще нормально. Так, Сергей, приветствую. Нормально, да, спасибо. Вашими молитвами. Так, я на смене команды опять сегодня не буду. Ну хорошо, Михаил, приветствую. Не, ну это понятно, поездки. Но все равно это надоедает одно и то же. Тут рандомных событий слишком мало. Тут все практически одно и то же. That's right. He is definitely a bad influence on me. Мы там же кого-то похитили, короче, да? А, это бабёнка-то, Анчелотти-то. Помните, который на Мерседесике-то, у неё на розовом-то она, на фельдсере. Это вот она, да, блин, я уж про неё и забыл совсем. Блин. Да, это Liberty Fucking City. Все правильно. Так, а мы куда едем? Угу. Сейчас будем круголепки всяких наворачивать. Понятно. Так, а я правильно? Да, вроде правильно. Блин, ты смотри, сколько круголин. А, ну вы за мной не видите. Там на радаре столько всего надо объехать, блин. Ладно, я лететь не буду, потому что, ну, прям непосредственно сама миссия вот началась. Мужик мне в окно деньги бросил, видели? Блин, прикольно. Мужик, карту принимаешь? Мелочи нет, ни хрена. Блин, ну он реально в окно бы мне бросил деньги. Ой, я надеюсь, я в воду-то не вылечу. Текстуры, сейчас бы текстуры еще пропадали. Вот. Ну, кстати, все, игра стала нормально себя чувствовать. Тогда верёк-то удален с компа, все, теперь все нормально. Уже ничего не лагает, не тормозит. Есть какие-то фризики такие, но они есть всегда. То есть они тут не зависят от этого, от мощности компа. Они будут в любом случае. Было с игрой. Она тупила, лагала, тормозила, фризила. Вот. И не только она.
на даже браузер, обычный браузер, когда видос смотришь, начал лагать. И тогда я понял, что что-то здесь не так. И оказался, верёк был. Вот поэтому все. Даже не один верёк, а несколько. Но теперь все нормально. Ой, эту миссию я помню, какая она длинная сейчас будет. Блин, за столько замеса будет, ой. То есть вот чем вот ближе к финалу, тем... Ой, столько сейчас будет жести. Готовьтесь. Луис, кстати. А, и этот, пожалуй, да? Тони-то. То есть тупо DLC-шка вот сейчас перед нами, вот этот. Bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle. We walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. А откуда мы узнаем, что это брюлики, а не стекло? Show us the goods. Come back to me, honey. Луис и Тони, да. Не знаю, Сергей, где. Вот были они, все, и вот оказывается за них тупил комп. Так я не посмотрел на бриллиант, там может стекло просто лежит. Надо специально в этого ювелира, который проверит их. Вот ювелир приехал, короче. Сейчас он нам проверит. Ника Беллик. Это я. That whenever something is stolen from me, you're not far away. Это кто? I've never stolen anything from you. Болгарин. Мистер Болгарин это. Big Pedic. Pedic, да. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. Кончай! Кончай! Хорошо. Мистер Болгарин приехал. И мистер Болгарин уехал. Ладно. Болгарина, походу, мы будем мочить, когда Димитрия будем как-то кромсать. Вот он начался замес. Вот это дикейший. Это просто дикейший мега-замес. Короче, гренки есть? Нет, коктейли есть. Хреново, надо гренки. Ой, я сейчас паки сожгу. Дурачка этого картонного. Короче, как меня не раздражает, козлы. Уходи оттуда, дурачочек. А. Уходи оттуда. Можно отцепиться от машины. Паки подох. Паки мудак, потому что конченый просто мега мудак, вот и все. Просто козел какой-то. Самый что есть натуральный козлина. Да, Сергей, да, это был майнер, я про это и говорил. А, вас же не было тогда. Это был майнер. Nico, me and Gracie is waiting for you just off of Frankfurt Avenue in Northwood. Looks like our joyful time with her is coming to an end. That's a fucking tragedy. We should throw her a goodbye party. That's the plan. Hopefully someone might bring a big present for us to this shindig as well. Maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. Да все, хватит бормотать уже, блин. Я миссию просто так... Я же говорю, что эта миссия будет жесткая. Она будет просто лютая. Не просто жесткая, а лютая. Это прям, ну, все это. Даже не обсуждается. Так. Это не здесь, блин. Это в пятой можно телепешиться. Вот так тут. Не просто. А здесь надо заходить куда-то там в менюшки все эти. Ой. Короче, в 6. Ну, это давно уже. Ну как давно, блин, я не помню сколько. Стрима 2 или 3 назад. Ну на каком-то стриме. Я прямо в самом начале об этом сказал. О том, что это были вери. Я прям показывал даже. Включал экран и показывал, как они типа должны называться там.
какое они название имеют у себя. Они прям в этом, в задачах висели. Да, сейчас мы лететь будем, это в любом случае. Сейчас только погоду сделаем. Я теперь все, теперь только летать буду. Теперь только полеты. Ссаный Паки, а? Gracie and me is in love. Gonna get hitched, white picket fence and all that shit. Becky, this is great. You finally found a woman that will sit down and listen to your shit. Maybe you should bind and gag all the girls you meet. That might be okay where you're from, Nico, but this is an enlightened society we live in. US of fucking A. Real enlightened. Real civilized. That's the impression I've got so far. Надо просто следить за ним вообще жестко. You know you love it, Nico. А игра, блин, Сергей, не помню, честно, вот уже. Будет по GTA 4 с Пинтарес. КТДшки на втором канале выходят, вот, на заказ. Уже три новых вышло там. Соответственно, в GTA 4 две штуки там было. Так, это мы пропускаем дерьмо, все, поехали. Вот как не нужно его, вот как не нужно его охранять, вот просто его прикрывать постоянно просто ходить или чё? Отпусти машину. Так меня убьют, если я буду его прикрывать. Я тоже не вечен. Вот зачем ты пошел, козел тупой? Просто мерзкий. Ну, игра специально это делает под конец, чтобы посложнее было тебе. Держись, говорит, пам, ко мне поближе, слышал, да? Еще он меня поближе учится держать. Let's go. Let's go, my fuck. Броню, кстати, взял. Может, прям сейчас подстрелил. Да не буду я прятаться никуда. Блин, чуть тебя не подстрелил, козла. Замес, короче, лютый. Сколько еще до финала? Еще... Так сколько? Мы третью начали. 84 пройдено, соответственно, еще 4 миссии. Все. 4 миссии. Слишком много людей у Болгарина. Там пол Болгарии приехало. Эх, этого бензобака нет здесь. Ты чё, мужик, в малиновом пиджаке? Смотри, какой чёткий. Смотри, реально в малиновых пиджаках. Куртка, кстати. Нам я там порешали сейчас. О, хпшка, прям срочно надо. У меня даже хпшки кончаются уже. Да, Девликс, да, я уже сто раз про это говорил. Так кто такой? Это Болгарин? Нет, не Болгарин. If I don't give you the diamonds, you kill me here, and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bulgarin kills me. Bulgarin, все-таки Bulgarin, а не Bulgarin. Эх. Ебано исто. You selfish piece of cock-sucking shit.
selfish, cock-sucking piece of shit. Shit, I don't want to spend another minute in this. Давай, давай, да, я не против. Только можно не падать. А можно не падать? Как? А, все, я чуть не упал сейчас. Все бы я разбился бы сейчас, если провален была бы. Я бы, моего терпения бы сейчас уже не было бы, если бы я сейчас так сделал. Так, нам нужна тачка, тебе не кажется? А здесь есть тачки вообще? Самое ведро какое-нибудь, без разницы, любое. Просто чтобы ехало. Вообще, теоретически я могу лететь. И он тоже будет со мной лететь, это факт. То есть проверенный уже. Но я боюсь, что мало ли что он там забагается, и миссия провальна, поэтому лучше не рисковать, лучше взять тачку. Хоть какую-нибудь. Блин, как назло все тачки пропали, смотри. Эх, и твари, специально сделали тачек, нет. Это чтобы я с ним погулял, прослушался, да? Эх, так, Ваня Петров, приветствуем. О, это наша тачка. Да. Мужика замочил просто так. Блин, ты жесткий, Паки, ты просто жесткий вообще. Ну, сбил он меня, ладно, но, блин, я же на него не зол был. I don't know about that. They're nobody's now. The only thing that makes me smile about this shit is that Volgren does not have the eyes. Короче, вот это все спать странно. Больше-то не будет, надеюсь, за его миссию. We was outnumbered, Nico. I can see how he thought it was covered. This is not the first time he has assumed that I would. Проедь уже, проедь. Hopefully one day I'll be able to teach him his lesson. Ой, пироженки. Так. Ну что будет после GTA 4, Лёха? Приветствуем. Пока не знаю, посмотрим. Пока что вот не знаю. Паки, скажи, что ты больше никогда мне не позвонишь в этой жизни. Нет, не увидимся. Скажи прощай мне. Всё. Так, Варлав, приветствуем. Вторая за сегодня миссия. Очень медленные темпы, но я ничего поделать не могу с этим. Такова игра. Так. Броня, да. Броня есть. Максимальное здоровье есть. Ну что ж. А, у меня отметок нет, у меня сообщение пришло какие-то. Если нужна работа, позвони мне с телефона автомата. То есть мы сейчас опять будем 50 лет ждать, пока у меня задание появится, да? Я правильно понимаю? С телефона автомата позвонить. Но это, наверное, доп. Задание предлагают мне, я не хочу его брать. Все пытаюсь вспомнить, что там произошло. Ничего не понимаю. Ни бриллиантов, ни девушки, черт, но это было сильно, ты просто герой. Все, пока больше ничего. Так, Джейкоб идет нафиг. Нет, отметок у меня нет. Я не знаю, что делать. Да, GTA 4 долго, я согласен. Отметок нет. Ну ладно, я сейчас, допустим, прокачусь на тачке, вылезу. Ну давайте, кто-нибудь то позвоните. Надо проходить. Прямо сейчас проходить, не вести время, ну... Радио Владивосток. Да нет, Владивосток пока все. Позвоните кто-нибудь. Мне нужно срочно задание. Такие офигенные вообще краски. Такой красочный вообще. Смотри, какая красочная графика. Я просто тошнит от такой красочной графики. Ну серьезно, что это? Что может быть мерзотнее, чем вот такая вот, вот. Смотрите вот на это, на. Вы представляете, ну это же бред. Собачий просто бред.
Так. Надо, походу, сохраняться лететь, да? Никто звонить мне не будет. Нет. Все, поехали сохраняться. Опять сейчас 100 лет мне задания не дадут. Нет, там висит какая-то вот... Так. Чё, вот это вот. Убийца. А это, может, основное? Но нет, основные задания здесь под буквами, по буквам. А тут просто... Ну, я не думаю, что это основное задание. Это, наверное, доп. Задание. Давай сохранимся, может, поможет это. О, наконец-то Димасик звонит. Ой, как я тебе соскучился, козел. Ну-ка. Ну, а что поделаешь? Полисмен, привет. Ну, я так и понял, да. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend Ray Bulgarin. Ray Bulgarin. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. Да пошел он нахрен. Да сошел бы ты тоже вместе с ним. Why don't you pay him what you owe, and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dmitry. Да. And the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It is only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. Так, а задание-то не появилось. Ну вот, поговорили по душам с Димасом. А задание-то не появились. Вот в чем прикол. Допустим, сейчас мы вылезем из машины, хорошо. Ну... Хрен, хорошо, пойдем сохраняться. Ой, блин, начинается. Ой, начинается, все ясно. Так, давай. А, на забаганных качелях. Блин, не, я пока не хочу. Нам сейчас некогда время тратить на это. Нам нужно игру сегодня пройти. Я не хочу никакие эти сейчас. Тем более я уже знаю, что это что там ничего хорошего. Ну да, там может подкидывать там машину и все такое. О, Мэлори. Hey, Nico. What's up, Mallory? Roman hasn't spoken to you about anything, has he? Nothing about maybe asking me to marry him? I haven't heard anything, but I'm sure it would be a really good thing for both of you. Thanks. And hey, Roman and I decided to be honest with each other last night. Tell me about Vlad. He did? Yeah. Thanks for helping him get rid of the body. Охренеть. А и похрен, да, что трупы там, все такое. Веселый девка тоже, походу. Привет. Как прохождение? Любимая КТА 4 без никаких багов. Это сейчас рофл был, да? Про любимую, да? Герой, спасибо. Спасибо герою. За это уже донат, но прикол в том, что у меня до сих пор не появилась отметка о задании. Мне позвонил даже Димас. Мне позвонила какая-то Мэлори, которая женится на Романе. Хорошо, я смирился с этим. Да мне, честно, похрен, если честно. Вот. Но прикол в том, что заданий до сих пор нет. Мы, бывает же, мы 5 минут потратили вот на то, чтобы просто дождаться задания. Так, Михаил, приветствуем. Почему нет отметки, может, баг? Нет, у нас уже было такое. На, то ли на прошлом, то ли на позапрошлом стриме. Нет, на позапрошлом. Тоже не появлялась отметка. А оказывается, она не появлялась просто потому, что не время было. Someone's gonna get hurt in a minute.
А меня подвезете, мужики? Я шутил, идите нахрен. Блин. Здорово, старичок, удачного стрима. А когда КТД будет, кто опять? Так понимаю, Серега, да, смотря, он самый, да, спасибо Сереге, да, за Сатен, в общем-то, Серега, КТД в GTA 5. На самом деле, Серега, вот я смотрю, там пока президент, да, но на самом деле, как только сбор будет завершен, уж так решил я, в общем-то, топ-донатеру, то есть тот, кто на первом месте находится, дать возможность выбрать игру и даже возможность выбрать машину. Поэтому, Серега, как только будет закончен сбор, вы можете выбрать игру и даже выбрать машину, которая будет в этой игре. Но, чтобы эта машина была модель. Если ее нет, то сразу какую-то на другую, на запас, на всякий случай. Такие дела. Спасибо вам за донат, Серега. Вот. То тут дело в том, что нам надо это. Задание. Мы просто 5 минут, 6 минут мы просто ничего не делаем. Замечательно проходит время. Мы 6 минут просто ни хрена не делаем, потому что у меня нет отметки в игре, что делать. Вот и все. Я знаю, что она не сюжетная, да, поэтому я жду сюжеточку. Нет, там был не пирожочек герой. Там был обычный коп, вот в чем дело-то. А вот интеллект, да, хороший. Так, Алексей, приветствуем, котик. У тебя сообщение вроде пришло, да? Ну, сейчас посмотрим. На всякий случай еще раз сохранимся. Типа я еще целую ночь тут поспал, как бы 12 часов, или сколько он там спит у нас. Я не знаю. Ну, сообщение, да, есть какое-то. Ну-ка. Если нужны деньги, звони, у нас с плохишом найдет работенка. Но это не сюжетка. Ок, ну тогда завершим. Ну да, я так понимаю, все, да? Ну-ка. Ну, походу, да. Ну вот и все. Ну, вот, блин, герой, нифига себе. Ну, герой, так, хорошо. Спасибо, герои. Блин, все как бы, ну, ребят. Ну, КТДшка собрана. Что ж поделаешь. КТДшка, какая она там, 23-я, да, по-моему, по счету. Собрана. Поздравляю вас. Всех. Значит, Серега имеет право. На правах топ-донатера. Выбрать игру. Ну, я так понимаю, он хочет, чтобы это была GTA 5, да? Вот. Серега, машину придумывайте. Придумывайте машину, Серега, все. Все, что вам осталось сделать. А я пока сбор перетаю. На всякий случай, чтобы не забыть потом. А задание не появилось до сих пор. Спасибо, герой, да, вам тоже за донат. Все, завершил, так сказать, человек. Закончить, да. Добавить. У нас 24-й, да, будет? Это уже все, это уже это. Посмотри, сколько пройдено. Это вот уже будет. Я сейчас не вижу, кто отправил. Секундочку, я посмотрю. Вот, я сейчас только сбор оформлю. Это уже, кстати, вот был так. 19-20 человек прислал донат. Вот это вот уже будет у нас на этот, на новый. На новую КТДшку. Так. Сейчас посмотрим, да. Ну, у нас пройдено 85, по-моему. Это удручающе, я согласен. Блин. А мне надо прямо сейчас было сбор это делать. Ладно, давай посмотрим. Так, это был кто? Серега опять, да? Серега, спасибо. Надо тогда все, Серегу упомянуть, так сказать, в этом. В этом упомянуть Серегу надо. Так. Вот. Все, Серегин донат учтен, считаешь ты? И внутристримовая статистика. Топ-5 редактировать. Так, 12.09, да? 12.09. 19.20 было.
Угу. Пусть с первого раза, пожалуйста. Вот. Не со второго, там, не с десятого, а с первого. Ну-ка. Не, ну тут герой отметился почему-то. Хотя это предыдущий был. Странно. Есть только вариант 19-19. Ой, 19. А я ничего не сделал. 19-21, если я сделаю, все равно. Там уже, наверное, никого не будет, да? А, нет, будет, все, Серега будет, да, все замечательно. Так. Короче, мы продолжаем. Сейчас посмотрю, сколько пройдено, да. Бабье лето. Ну, как сказать бабье лето? У нас это... Это вроде бы для 100% заданий, если я не ошибаюсь. Что вы про что говорите? Вы помнили я пидорину в GTA San Andreas? Да вроде что-то такое вот... Когда вот болевать хочется, что-то вспоминаю, да, подобное. А так нет, особо не вспоминаю. Костюм смени, зачем? Посмотри, что будет в магазине. Да зачем костюмы менять? У нас тут скоро этот конец игры, надеюсь. Зачем костюмы менять? У нас просто задания нет. Роман, приветствуем. Роман Белик, да? Вы Роман Белик? Блин. Трындил велик. Надеюсь, вы велик не трындили, Роман. Так, ну-ка. Давай-ка это. Не, ну это издевательство какое-то. Над людьми просто. Форменное издевательство. Ну что такое? Ну где задание? Дайте задание, твари. Дайте просто задание какое-то, вообще похрену, любое сюжетное задание дайте, чтобы у меня статистика шла уже наконец-таки. Давай я на Манхэттен уеду, ладно. Могу в третий город уехать, тоже пофиг. Давай вот на крышу приземлюсь, небоскреба. Считаю, что хорошая парковка вообще. Ну? Пигарина должен появиться. Минус 10 у Макса. Жестко. Костюм с хорошими ботинками. Тебя позовут на свадьбу. Да? А у меня что, дерьмовый костюм? По-моему, охренительный костюм, смотри. И ботинки, и костюм. А что еще лучше-то надо? Ну, давай. У меня как бы есть тут различные эти прикиды прям в тренере. Сейчас сделаем. Так. Модели, внешний вид. А что, у меня костюм-то вообще идеальный? Что не так-то? Верхняя одежда. Давай в галстуке, что ли, остаться? Ну, это, блин, дичь какая-то. Вот, ну, вот, давай вот этот оставлю. Ладно, хорошо. Так, нижняя одежда. Вот тоже под цвет что-нибудь, да? Ну, так-то дерьмо какое-то. Хотя... Ну, блин, это не классические брюки. Они не очень здесь смотрятся с этим пиджаком. Ой, ладно, пускай хоть какую-то останется вообще. Вообще похрен. Так, давай эти... как их... ноги. Были ноги, поплыли осьминоги. Ну, что это за ботинки? Ну, что это такое? Лапти какие-то. Блин. А представляешь, типа, можно с такими? Ну, вот, оделся. Пожалуйста. Вот, оделся. В магазине одеваться? Да какая разница? Игра-то все равно поймет, что я переодетый. Давай еще раз сохранимся. После того, как переоделся. Мы просто тратим время. Ни за что, ни про что. Ладно, магазин. Вот, пожалуйста, магазин. Давай зайдем в магазин. Правда, здесь дерьмо какое-то продают. Ну ладно. Зачем ты полетел? Нет, чувак, тут какие-то свитеры вообще. У нас лето. Какие свитеры? Ну, летом свитер одевать. Что, дурак, что ли, совсем? Так, ну поехали. Сохраняться. В Беларуси живу на юге, у нас минус один, минус два. Блин, это у вас как-то там странно. На видео добавь, как снимать будешь в начале. Серега, мы обязательно. У меня каждый КТДшка на заказ, у меня топ-донатеры присутствуют там.
Серега, вы, кстати, машину придумываете, если вы хотите. Если не хотите, я сам придумаю. Игру можете назвать, какую хотите. То есть GTA-шку пятую или четверку. Так, рыжеволосая девка Скёрхер. Привет. Угадаешь игру по описанию? Ну давайте попробуем. Давайте. Давайте. Будем сохраняться сейчас. Еще разок. Ну это ублюдство какое-то. Я презираю прям вот такой вот. Что эти мрази не могут миссию начать. В GTA-шке пятой таких проблем не было. Когда хочешь, тогда и начинаешь миссию. Но в этой игре я не понимаю, что происходит. Даже в Vice City такое. Даже в San Andreas можно было сразу начинать, что хочешь. Ну да, там, конечно, можно в машину сесть, вылезти, и тебе позвонят. Это прикол. Но тут это не работает. Какой переодеться? Сохраниться. Езжай в церковь. Так, а нету там миссии. Зачем я приеду в церковь, если там нет миссии? Это будет просто, ну, я подъеду и все. И ничего не происходит. Ты просыпаешься в разгромленной комнате отеля с похмельем и амнезией. Получаешь дюлей от вентилятора, когда хочешь забрать с него галстук. И предлагаешь тёлке почпокаться. 2018 Макларен 720. А у нас, по-моему, был Макларен. Не, ну, Серёг, если, конечно, хотите, я там без проблем. У нас стопудово был Макларен. И то 100% тоже 720. А может, это вы его и заказывали? Но это было на том канале, которого сейчас уже нет. Но Макларен 100% был. Нет, ну без проблем. Мне как бы без разницы. Макларен, значит, Макларен. Так, а игра какая? GTA-шка пятая? Этот, Феррари Суперфаст? 812? Ну, посмотрим, ладно. То есть, либо то, либо это, да? А игрушка GTA-шка пятая, я так понимаю, да? В Персее. Ладно, ладно, ладно. Идем в Персей, ладно. Где у нас Персей? Модо. Ладно, Персей так Персей. Персик. Хорошо. Я надеюсь, что, Серега, вы тут мне не врете. Эта миссия вроде без пометки. А как миссия без пометки? Как бы вот новый игрок тогда бы догадался, куда ехать, если бы она была без пометки. Нет, типа, если она сама начнется, да, и типа укажет, куда тебе ехать, это другое дело. Но игра мне ничего не указывает. Она просто даже, ну, как будто ничего не происходит. Как будто я фрирумюсь. Как будто я просто фрирум. И всем похрен. Так, вот Персей, пожалуйста. Дай, ой, отстань, какой ты этот. Во, прям припарковался у входа. Да, блин, завершил, называется, на стриме игру. Угу. Welcome, да, мужик. Давай что-нибудь то вообще, похрен. Какие-то брюки нормальные. Вот, брюки, да? А костюм пойдет. Вообще пойдет, пофиг. Можно все, миссию выполнять, пожалуйста. Троечку, смотри, костюм троечка. Все, замечательно. Ну так вот, смотрите, Серега, ничего не происходит. Что делать? Новей костюм? Да ладно. Да какая разница? Типа самый дорогой, что ли? Ну хорошо, давай найдем самый дорогой костюм. Ну это какой-то бред. Пиджак. Вот этот что ли, беленький? Так я его надевал уже. Так я его уже надевал. Ну ладно, куплю. Я сейчас все перепробую. Ладно, сейчас каждый костюм перепробуем, хорошо. Nope.
Nope. That really suits you. Brings out your eyes. I know you just ain't bumming. Миссии нету, нету миссии. Нету, ее просто нет, она не начинается. Игра не начинает миссию, я ничего не могу с этим сделать. Я бы с удовольствием уже бы прошел 100 раз ее бы. Но она не начинает миссию, все. Что я могу поделать, она не начинается. Игра просто не начинает ее. Но это со 1000 баксов вряд ли, он не будет ее, это, скажет, дерьмо какое-то. Ну вот здесь самые дорогие, вот, они дорогие, самые дорогие вот здесь вот. Да уйди ты, охранник, еще. Вообще пофиг просто. В 12:00 где-то? Ага. Типа время надо отмотать, но это не проблема. Это мы сейчас, это мы умеем. Так, чего, чувак, это я умею. Пожалуйста, 12:00. Позвонить Ромашке? Ну, кстати, давай. Сейчас я вас приветствую, Роман, идите нахрен. Hey, Roman, you ever wonder if things are just coincidence or if everything is all planned? You mean like when you sleep with two girls on one night and they turn out to be mother and daughter? I mean like this Dominican-looking guy shot up a deal I was trying to make. Then I've kidnapped this girl and we're handing her over for these same diamonds and this Dominican-looking guy is there again. So he steals the diamonds at the deal and then has to give them back for the girl. What's the big deal? Not as much of a coincidence as the mother and daughter. Thanks for putting things in perspective, Roman. Или это ничего не значит? Нет, ничего не значит, Никита. Идеальная игра. Идеальная просто игра. Я ее обожаю. Я прям не могу, как я обожаю. Давай делать так тогда. Допустим, устанавливаем утро. 5 часов. Нет, хорошо. На час вперед. 6 часов. Нет. 7 часов. Нет. 8. Нет. 9. Фиг. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, вот уже вечер. О! Родил, что ли, наконец? Нет, не родил. Нет. Позвони Кейт. Такая Кейт. Начнем. А, вот есть какая-то. Не знаю, кто это. Ну позвоним, ладно. Hey, it's me. I was asleep. Call me after 8. Sorry, I didn't realize what time it was. Go back to sleep. Ты дурак? Какая постель? Хорошо, давай звоним опять. Ты проснулась? Качай сохранение на последней миссии. Hey, Nico. So, listen. Да какой сходить куда-нибудь, ты дурак, что ли? Какой мне ходить куда-нибудь? Я просто не могу, мы... 20 минут? 20 минут в игре мы не можем начать миссию. 20 сраных минут мы не можем начать в игре миссию. Это специально, чтобы я не прошел сегодня на стриме, вот и все. Это специально сделано, чтобы я не прошел игру на гребаном стриме сегодня, вот. 85 миссий. Сраных 3 миссии осталось.
Начинается бомбита сеньорита у меня уже потихоньку. Что этому козлу надо? Просто что нужно козлу для счастья, скажите? Чтобы началась сраная миссия. Ну. Да позвонить этому мудаку кто-нибудь уже в белом пиджаке, а? Сообщение. Найди последнее сообщение Романа. Может, это все пустые... Нет, это не то. Это не то. У вас здесь где-то может быть эта история? Подожди. Так, это не то. А, все. Ясно. Короче, последний варик пробую. Я сейчас, короче, сохраняюсь. Выхожу опять. Если нифига, я перезахожу в игру. Если даже после перезахода в игру ничего не происходит, все. Надо просто это реально на следующем стриме качать сохранку. То есть будет еще один стрим. Вот и все. Ну хватит уже. Хватит это терпеть уже. What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically from him. What is it? This car. Enjoy! I only power walk or take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. Да. О, появился БК. Этот вот, Берни-то, короче. Охренеть, сюжеточка появилась, наконец-то. Вот ты понимаешь, сколько должно было пройти? 20 сраных минут прошло, прежде чем игра дала мне возможность поиграть дальше. Это просто ужас. Это просто ужас. Я не знаю, как это еще по-другому называть. Но это зачем так делать? Но это же некрасиво, как минимум. А, это не сюжетка, да, это просто ламбу забрать и все. Это рано я обрадовался, короче, да? Thank you, Bryce Dawkins. I hope the cash for this didn't come out of city funds. Не, ну ламба, конечно, топовая, ничего не скажешь. Но это не... это не миссия. Это же не миссия. Нет, это не миссия. Это не миссия. Хорошо, допустим, есть третий город. Его еще никто не отменял. Вот он, пожалуйста. Я сейчас высажусь в нем. Высадка в Нормандии, короче, сейчас произойдет. Пожалуйста. Ну-ка. Не, похер. Третий город. 50-й, 70-й. Вообще насрать. Не будет у тебя миссии сегодня. Игра меня предупреждает. Как хочешь. До посинения здесь езди, играй, но я тебе миссию не дам сегодня. Да неужели, блин? Да неужели, блин? Обосраться теперь, как я рад, а? Охренеть, 20 с лишним минут я просто вот это делал. Просто ничего не делал 20 минут. Я мог бы уже миссию, две миссии пройти за это время. И все, мы сейчас уже с Димасом последнюю миссию мы проходили. Да насрать, кто тебе нравится. Давай миссию выполнять. Мне вот абсолютно насрать, какая ему там нравится. Вот, честное слово, просто. Вот, в душе вот просто. Мне больше... Меня больше волновали. Я больше переживал за отношения Тревора с Майклом больше, чем за свои в GTA 5. Чем вот тем более... А, так миссия не началась. А что он звонил? Подожди, а чё он звонил? Я ж думал, все. К церкви. А к какой церкви-то? Я думаю, типа, помню, где она находится. Ну, наверное, в первом городе она находится. Логично, если предположить. Если мы из первого там этого...
город, значит, она, наверное, тоже там где-то. Так, а здесь третий город, да? Да. Звонит Кейт. Нужен костюм за 3000 в Персее. Там не было за 3000 в Персее ничего. Ну хорошо, давай еще раз съездим. Вот только не говорите, что реально я просто не нашел костюм за 3 сраных тысячи долларов, и поэтому и не начиналась миссия. Вот только не говорите мне про это, пожалуйста. Ну хотя это даже не факт. Мне кажется, даже если сейчас куплю за 3000 баксов костюм, ничего не изменится. Так, ищем костюм за 3000 баксов, хорошо. Так, раз. 1000. Нет. Отставить. На что? Отставить. На Е. Да. Так, брюки. Ну, нам костюм. Нам конкретно написано костюм. Хорошо. Но это явно не он. Вот. Церковь. А, на Манхэттене. Вон, мужик сказал, you're looking fine. Ты и так выглядишь охрененно, блин. Куда тебе еще что-то покупать? Тут 2000 максимум стоят костюмы. 2 рубля, все. Больше, дороже нет. Дороже нет костюмов. Эти стоят по 1000. Там 600 стоят. Все. Какие 3000 баксов? Хорошо, ищем церковь на Манхэттене. Только как странно, я должен ее найти, блин. Если... Допустим, вот игрок, который играет впервые, он не знает же, где находится ничего. Я вот, например, тоже забыл. Откуда я должен знать, где она находится? Там должна быть отметка какая-то. Я тебе серьезно говорю, я не знаю, где она находится. Позвонит Роман и говорит, что я самый счастливый человек. Потом ты должен найти церковь. А, сам найти? Ну, он мне не звонил. А, подожди, он мне звонил. Он говорил, что мы там что-то собираемся пожениться и все такое. Вот, но... А, вот стоит церковь, кстати. Но никакой отметки, ничего нет. Чтобы вы понимали. Вот церковь. По-моему, это она и должна быть. Может, машину нужно другую? Может, ему ламба не нравится? Хорошо, давай возьмем вот пятидверное что-то. Жалко, конечно, ламбу променять на это говно, но ладно. Нет. Дело не в тачке. Позвони, Мэлла. В 12.00 тебе Роман... 12.00, не надо спать. Не надо спать, я 12.00 сделаю. Вот, 12.00, пожалуйста. Все, 12.00. В игре сейчас 12.00. Вот еще раз 12.00. Роману еще раз. Хорошо. Кейт. Сломал игру. Да. Мы не пойдем никуда. Все, значит, я возвращаюсь к своему плану. Я еду сохраняться последний раз. Потом перезахожу в игру. Мне кажется, все, я реально... Это, вот это уже по факту, мне кажется, баг.
Потому что, ну, вообще все перепробовано. Все перепробовано и ничего не помогает. Это не смешно. У меня такого, кстати, не было. Даже когда вот я проходил GTA 4 сам. Там в 2008, ну, когда она вышла. И потом, когда потом проходил, у меня такого не было. Вот чтоб так долго миссия не начиналась. Такого еще не было. Просто полчаса на стриме. Не захрен провели и все. Выйди отсюда. И сохранись. Не звонят, да? Давай еще раз. На всякий случай. О! Там сообщение было! Блин, нахрен ты, зараза, лег. Там было какое-то сообщение. А, можно выйти, да? Ну-ка, выходи отсюда. Рано спать. Ника, вставай, рано спать. Рано улегся, зараза. Мы и так с тобой полчаса ничего не делаем. Так, сообщение. Да я буду заканчивать это в любом случае. Просто сейчас это. Мне хочется проверить, моя версия верна или нет. То есть я сейчас, допустим, в игру перезайду. Появится отметка или нет? Дырявый Роман, так. Как твой бойфренд? Да пошел ты нахрен своим бойфрендом. Нет, ничего не происходит. Так, ладно, перезаходим. Просто я сейчас перезайду. Появится миссия или нет? Если не появится, все, я качаю сохранку. Значит, игра до свидания просто. Ну, не игра до свидания, а сломалась она, в общем. Надо будет сохранку. Всё. Сломал игру, да. Человек более известен как ломатель игр. Я. Вот и все. Разговорный стрим, да, да, да. Не прошли. За 19-й не прошли. Ну, 20-й, 20 стримов по GTA-шке. 20 на San Andreas быстрее прошло. Я думал, мы San Andreas будем 50 лет проходить. Нет, у нас San Andreas там 17 стримов. Это мы проходим 20. Будем проходить. Я надеюсь, пройдем за 20 уж. Не, ну это ужасно. Вот из-за этой мерзотности я... Ну вот сейчас я могу точно сказать, что ближайшие лет 10 я точно не захочу перепроходить ее. А может и больше, чтобы вы понимали. Вот у меня сейчас нет желания ближайшие 10 лет вообще прикасаться к сюжетной кампании вот этой игры. Light Gamer Pro, приветствуем. Да ничего страшного. Не, мы ее закончим. Мы ее закончим чисто принципиально. Потому что я знаю, всем она нагребло. Всем нагребло на нее смотреть, я знаю. Никто уже не хочет смотреть, но мы ее закончим. Чисто принципиальная позиция, чтобы закончить ее, чтобы она была. Все. Ну? Позвоните кто-нибудь этому сраному Нико Белику. Можно такое совершить? Вот просто взять телефон и вот просто вот позвонить ему и все. Больше ничего делать не надо. Можно даже не разговаривать, просто трубку бросить, но позвонить при этом. Так, Ромашка. Так, это у нас какая была? Чтобы мне сохранку знать. 85-я пройдена, значит, мне нужно сохранение после 85-й миссии. А как она называлась? А, лучшие друзья девушек бриллианты. Вот так она называлась. Все, ясно. Все, буду качать сохранку. Игра сломана официально. Ничего не помогает.
Нет, Серег, я 100 раз сохранялся, мне уже надоело. Будет еще один стрим в следующий понедельник. Но зато, да, там, типа, ну, уже пройдем уж точно, там, я думаю. Вот. Даже учитывая, что последний месяц там с Димасом будет лютое. Так вот, значит, что хотел сказать? Спасибо, значит, всем донатерам. А именно, каким? Сергею, да, он был первый. Потом Герой. Потом Серега, собственно, 100 рублей. Потом Герой 125. И Серега еще раз 100. Вот. Серега начал уже на следующий КТДшку. В общем-то, там этот Феррари, да, или Макларен будем снимать. Посмотрю я, когда какие там модельки хорошие надо найти. И в GTA-шке 5, я так понимаю, да, нужно ее сделать. Когда будет, не знаю. Постараюсь на этой неделе, конечно же. Вот. И мне еще сейчас бимку надо вам запилить к субботе. Все, всем спасибо. Значит, в среду у нас, знаете, что у нас? В среду у нас будет игра под названием Silver Chains. Ужас, хоррор. Надеюсь, это не будет сраный симулятор локатора, который у нас был в прошлом стриме в среду. Поэтому будем надеяться и играть. Вот, надеюсь, будет страшно. Так что завтра видос на втором канале, а в среду увидимся на этом. Все, до встречи. Еще раз донатерам спасибо и вам за то, что смотрели тоже. Всем пока.